Решение проблемы дефицита мест в детских садах в Краснодарском крае – задача приоритетная. И она решается, подчеркнул губернатор, но не так активно, как должна бы. За последние два года мы провели большую работу по уменьшению очереди в дошкольные учреждения. При плане 19 тысяч мест создали 23 тысячи. В 2014 году край занял третье место в России после Московской и Иркутской областей по количеству построенных детских садов. Особенно проблематично сегодня получить путевку в детский сад для малышей в возрасте от 3 до 7 лет. И число дошкольников растет благодаря высокой рождаемости. Население, в том числе и детское, растет за счет миграции. Проблема общая для всех городов и районов края. Поручение губернатора использовать новые эффективные формы решения вопроса доступности дошкольного образования. Не только строить новые здания, но и оптимизировать пространство в уже существующих садиках. Говоря по-иному, использовать это пространство с умом. В Анапе решение детского вопроса на личном контроле главы курорта. У нас около 1500 детей нуждаются сегодня от 3 до 7 лет. Мы, я думаю, до конца этого года очередь ликвидируем. Это будет полный комплекс и оптимизация мест существующих. Это 653 ребенка мы за счет этих мероприятий устроим. И, соответственно, будем строить и за счет инвесторов в том числе. Дорожная карта по ликвидации очередности в дошкольные учреждения в Анапе действует второй год. Реконструкция, капитальный ремонт детских садов и строительство модульных пристроек идет не только в городской черте, но и в сельских округах. Начало 2015 года отмечено появлением нового детского сада в хуторе Красный Курган.